Их вдохновение – славянская мифология и русские народные сказки. Их инструменты – карандаш и бензопила. Чебоксарские умельцы одержали победу в международном конкурсе скульпторов по дереву. Немецкий город Зотрум встретил чебоксарских мастеров хорошей погодой и добродушными улыбками местных жителей. Языковой барьер преодолели быстро, делятся Евгений и Артем. Благо по соседству жили украинцы, отлично говорящие по-английски. Творческое задание выбирали по жребию. Мне очень повезло, потому что вырезать ведьму – это очень сложно. Тем более вырезать такую немного мрачноватую, в темной тональности. Нужно передать так характер ведьмы. А детей как-то мне было ближе по душе. И мне, в общем, повезло, что выпала именно в жеребьевке и данная скульптура. Скульптура чебоксарского мастера «Брат, сестра и собака» покорила всех членов жюри. Они безоговорочно присудили Артему Смирнову второе место. Теперь деревянная композиция украшает частный парк Зотрума. Победителем международного конкурса стал учитель Артема, доцент кафедры технологии и предпринимательства педагогического университета Евгений Акимов. Его работу «Ведьма» признали лучшей. Любая скульптура – это должна быть интересной, своеобразной. Но чем отличается наша скульптура от зарубежных? Зарубежные немножко они такие злые, такие. У нас, хотя даже вот ведьма, но она должна быть добрая. Следующий конкурс, в котором примут участие чебоксарские мастера, состоится в Германии в конце апреля. Творческие эскизы умельцы уже подготовили, но раскрывать завесу тайны пока не спешат. Дарина Игнатьева, Регина Кубайкина, Сергей Зверев, Республика.